22-23 ноября в Ереване проходил армяно-турецкий бизнес-форум, в котором приняли участие порядка 100 предпринимателей из обеих стран, половина из которых приехала из различных городов Турции. В центре внимания бизнесменов обеих стран находились вопросы развития бизнес-связи в условиях отсутствия дипломатических отношений и закрытой сухопутной границы. Сейчас мы пытаемся кое-как получить возможность для армянского экспорта на турецкий рынок, постоянные консультации на уровне турецких крупных общественных организаций, лоббирующих экономические интересы, с Турецким союзом промышленников, с турецкими палатами центральными, федеральными и местными. Работа ведется. Мы ждем, когда, еще раз повторяю я эту идею, турецкая власть экономические свои интересы поймет и непредвзято будет смотреть на наши экономические и политические отношения. Считаю наиболее важным установление добрососедских отношений с Арменией. В этом плане важную роль сыграет и развитие бизнес-связи. Кроме того, совместный бизнес поможет открытию границы. Мы, турецкие бизнесмены, будем оказывать давление на наше правительство с тем, чтобы грузовые перевозки между нашими странами осуществлялись через территорию Турции. В ходе форума были обсуждены вопросы создания совместных предприятий, увеличения товарооборота между двумя странами. Отметим, что товарооборот в 2010 году составил всего 212 миллионов долларов. Свыше 90% товарооборота составляют именно наши товары. Наша цель состоит в увеличении экспорта товаров из Армении в Турцию. В частности, нас интересуют продукты питания, строительные камни, синтетический каучук, медь и другие товары из Армении, которые могли бы быть очень ходовыми на турецком рынке. Это второй подобный форум, организованный при содействии Американского агентства по международному развитию USAID. В рамках форума между союзами предпринимателей обеих стран был подписан меморандум о сотрудничестве, который предусматривает активизацию бизнес-контактов. Аналогичный документ подписали также организации деловых женщин Армении и Турции. В следующем году форум планируется провести в Турции.